Привет, зрители ЮИП! Сегодня поговорим о сумках Crampler. Они не впервые привлекают наше внимание. Мы уже обозревали туристическую серию Light Delight, а теперь пришла пора познакомиться с мессенджером и рюкзаком из коллекции Muli. Премиальная линейка Crampler вобрала в себя повседневный casual дизайн и эргономичность для поездок на велосипеде, путешествий и активного образа жизни. Несмотря на то, что два представителя линейки очень технологичны, их формат отличается, и сумка и рюкзак достойны отдельного знакомства. Начнем с сумки. Мессенджер выглядит максимально сдержанно. Черный цвет с небольшими темно-серыми вставками впишется в рабочий и casual стиле одежды. Есть в линейке Muli и более выразительные варианты с яркими вставками, но у нас на обзоре самый аскетичный из серии. Muli Messenger сделан из нейлона, но не обычного, а сверхпрочного. Ткань Chicken Tex – собственная разработка компании, она прекрасно балансирует между стойкостью и весом. Покрытие не боится воды и прослужит долго, в этом сомнений нет. Еще не приходится сомневаться в ремне мессенджера, который пришит под углом и по всей своей длине. Даже при интенсивной тряске забитой сумки риск порваться у него минимальный. Эргономика и дизайн сумки продуманы до мелких деталей. С ней комфортно ездить на велосипеде, хотя ее внешний вид совершенно не выдает таких особенностей. По крайней мере, пока не присмотришься повнимательней. На спинке мессенджера по бокам спрятались два крепежа, в зависимости от того, через какое плечо носишь сумку. С помощью карабина ее можно намертво охватить вокруг пояса, чтобы она не телепалась сзади. А длина мессенджера легко управляется одной рукой. В любом случае нет нужды мучиться с обычной системой регуляции и закрыть ее мягким чехлом, чтобы пластиковые детали не давили на грудь. Вместительность Muli Messenger от 6 до 9 литров, в зависимости от размера. Клапан сумки надежно застегивается на две липучки и два крепежа, чтобы воры точно не добрались до твоих вещей. Когда раскрываешь сумку, видишь несколько креплений для замков или фирменного органайзера из той же серии и большой карман с молнией, которая прикрыта водозащищенным клапаном. Остальные отсеки на молниях также защищены и с большой вероятностью не дадут вещам промокнуть в дождь. Внутренняя часть сумки распределена на отделение по 13-дюймовый ноутбук, она не имеет дополнительной защиты от ударов, а также под отделение для остальных вещей. На стенках расположились два кармашка, один открытый, второй на липучке, куда можно положить зарядку от того же MacBook. На спинке еще один карман для папок, журналов и других необъемных вещей. На днище крепление для фонарика. Рассказывая про Muli Messenger, я практически каждой детали могу применить характеристику надежной. Крепление, материалы, пошивка – все сделано с упором на то, чтобы сумка была одинаково удобной при спокойной ходьбе и скоростной езде на велосипеде. При этом в Crampler не забыли и про внешний вид. Выглядит сумка аккуратно и отлично впишется в повседневный стиль одежды. Но если предпочитаешь мессенджерам классические рюкзаки, обрати внимание на Muli Backpack. Представитель флагманской линейки Crampler олицетворяет минималистичный дизайн и удобство для активных людей, только в другом формате. Конструкция Muli Backpack состоит из клапана, который закрывается с помощью двух крепежей. Но добраться до вещей можно и не открывая сам рюкзак, с помощью боковых замков. Они сэкономят время, когда нужно достать бутылку воды или ключи. На этой стороне расположился небольшой кармашек, чуть ниже крепление для фонарика, а по бокам 6 креплений для органайзера, замка и других малогабаритных вещей. Muli Backpack доступны в трех объемах – 16, 18,5 и 21 литра. У нас на обзоре модель L. Это отличный баланс вместительности и габаритов. Внутреннее отделение распределили на отсек для 15-дюймового ноутбука в чехле и основной для остальных вещей. По стенкам кармашки. Внутренняя сторона и шлейки Muli Backpack отводят влагу в спине и плечах, благодаря перфорированному покрытию. При езде рюкзак можно зафиксировать крепежами спереди, а если внутри практически ничего нет, карабины по бокам стиснут и уменьшат его объем. Что в сумке, что в рюкзаке, Crampler уделили максимум внимания деталям, ткани, крепежам, фиксаторам и внешнему виду. С качеством ни там, не прогадаешь, так что выбирай между удобным форматом и вместительностью. На выходе в любом случае получишь аккуратного и надежного спутника для пешей ходьбы и активных поездок, который прослужит много лет. Спасибо, что посмотрел наш обзор сумок. Мы очень замерзли, когда записывали видео, поэтому ставь согревающий лайк, подписывайся на канал и счастливого тебе Нового года!